Красивая, живописная, горы прекрасные. Знаю, что туда россияне ездят отдыхать, летают. В Китае панда, это в Китае же получается, они в основном любят панды этих всех. Много дождей там муссонных в южных провинциях. На севере может быть снег, а на юге жарко. Китайская река Ли, по мнению экспертов авторитетного журнала National Geographic, входит в десятку главных водных чудес планеты. Для жителей Поднебесной река – один из символов страны, а потому ее изображение помещено на банкноту в 20 юаней. Китайцы называют ее рекой стихотворений и картин, потому что она одна из самых чистых и живописных в стране. Ли реками вдохновляла китайских поэтов и художников, посвятивших ей свои произведения. Есть одно культовое место Поднебесной – Хуаншань, или «Желтые горы», попавшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект исключительной природной красоты. По древней китайской легенде, именно здесь когда-то был открыт эликсир бессмертия. Притягивает туристов со всего мира и пещера тростниковой флейты в городе Гуйлине. По оценкам ученых, ее возраст более 180 миллионов лет. Когда-то на этом месте был океан, а сейчас все желающие могут любоваться здесь сталактитами и сталагмитами самых причудливых форм.